Тагильчане, обеспокоенные состоянием театрального сквера, считают, что катание на роликах и скейтбордах может нанести ущерб облицовочному покрытию подпорных стенок, бордюров и других конструкций. Такого же мнения придерживаются и в администрации города. В сквере есть ограничительные знаки не только для скейтеров и роллеров, но даже для бегунов. Однако тагильские спортсмены имеют свою точку зрения. Ну, запрет – это вообще сейчас слово не подходит, потому что никак законодательно он не подтвержден. Да, таблички есть, они носят предупредительный характер. То же самое, что я на футболке напишу «Не подходите ко мне». Никакого эффекта это не даст. Пока в городе нет таких мест, которые будут полностью адаптированы под катание, катание будет везде. Скейтбордист Леонид вместе с друзьями заказали в Санкт-Петербурге достаточно дорогую установку. Она называется «Рейл» или по-русски «Перила». Теперь, когда «Рейл» доставили, ребята будут осваивать трюки на нем.